сорт острого перца Семпот Небру. Этот перчик относится к виду Capsicum chinensis. Он был выведен в Австралии. Это сверхострый сорт. Острота такого перчика от 800 тысяч до 1 миллиона скобелей. Это очень-очень, ребята, острый перец. Срок созревания у такого перца 120 дней. Это довольно крупные плоды. Высота кустика достигает от 70 до 90 сантиметров. Вкус у этого перчика цитрусово-пряный. Созревает он от зеленого, потом он становится желтеет потихонечку. И становится такой вот желтый, желто-оранжевый. Вот смотрите, какие крупные плоды. Сейчас я вам покажу, что неудобно держать. Вот смотрите, какие крупные плоды у него. Очень крупные. Этот сорт довольно высокоурожайный. Очень большое количество у него плодов. Размеры плодов сами видите какие. Очень и очень большие. Вчера были заморозки. Так что он сейчас начинает немножко менять свою прическу. Осыпаются у него листья. Часть листьев прихватила. Часть листьев еще нормальная. Так что, ребята, это очень и очень классный сорт. Я советую всем. Он неприхотлив. И легко выращивать его как в открытом грунте, так и в теплице. Если будете выращивать его у себя на подоконнике, ну, где-то будет в пределах, высота кустика, где-то в пределах от 50 до 60 сантиметров. Будет давать вам такие большие и довольно сочные плоды. Срок созревания вот такого перчика от 120 дней. Ну, вот, сейчас у нас 10 октября. Вот он уже практически, грубо говоря, на 80% созрел. Вот такие классные плоды. Если вам понравился этот сорт, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.